И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем с вами проходить такую замечательную игру, как Макс Пейн под номером 1. В предыдущей серии мы с вами остановились на второй главе третьей части, и, в общем-то, сейчас мы должны миновать вот это замечательное место. Так, сейчас FPS выправится. Странности какие-то в последнее время происходят. Ну давай, FPS. Я понимаю, что запуск игры и все дела... О, отлично. Так, стоп. Присели. Сейчас вот тут побежит один герой. Ой, он гранат мне кинул, это печально. Так, хорошо, значит, не будем здесь задерживаться. Пойдем сразу куда-нибудь, где он там бегунчик наш. Ух, хитрый. Да что ж ты делаешь-то, а? Так, давайте, знаете как? Вот так вот. Гада его. Оформим сейчас как-нибудь с ДТК. Нет уж, давайте с гранатой. Да что ж ты будешь делать-то? Так, ладно. Ой, ё-моё. Ой, внезапно. Это вообще было внезапно очень. Я прям как-то аж... Хорошо у меня как... Хорошо я руку держала на мышке в этот момент. Как бы так, уже готовилась к худшему. Так, аккуратненько. Ой, меня тут не было некоторое время, я сейчас что-то уже отвыкла. Так, тут ничего. Что-то... Ага. Хорошо. Так, тут ничего не нажать. Видимо, сюда сразу можно бежать. Хотя тут закрыто вообще-то. Странно, я ж... А, во. Да? Что-то такое нам нужно сделать, кажется. Давай, Макс, пошел к черту, кажется, на контакт. Ой! Блин. Как бы так? Ой-ой, нет. Ладно. Сейчас. Сейчас я запрыгну. Как-нибудь, но я запрыгну. Нет, все-таки в предыдущий раз как-то был получше в этом плане. Сделаем. Так, подожди. Как же мне это получилось-то? Нет, ну я сейчас точно не долечу. А как у меня это получилось-то? Подождите. Что-то какая-то печаль прям. А, вот. Отлично. Все хорошо. Давайте туда сбегаем. Давайте, кстати, сохранимся. Вообще все замечательно было. Так, тут закрыто. В общем-то, логично, потому что оттуда враг пер. В общем-то, мы сейчас туда и пойдем. Ой, ё-моё. Ах ты, скотина! Ладно, черт с тобой, убей меня. Все, спасибо. Берем, возвращаемся. Еще с этого дурацкого падения столько жизни потратилось. Та-та-та-та-та-та-та-та. Офигеть, как-то он у меня стрелял, прям вот когда я вот так вот замечательно стояла. Не-не-не, мужик, давай, умри. Я уже боюсь тебя. Так, давайте сохранимся. Главное, чтобы меня сейчас никто гранату никакую не кинул. Монитор указал мне путь. Вот, кстати, вот эта вот верхушечка. Ого-го-го-го-го, хорошо. Так, замечательно. Так, почему не открыл? Гранатка. Так, ладно, что там монитор указал? На всех мониторах диспетчерской были разные диаграммы, кроме одного. Подъемник D6. Он был где-то впереди, в самом сердце завода. Угу. Ой, прибежали мы. Ой-ой-ой. Попал все-таки, котеныш. Подонок. Так, ну хорошо, ладно. D6, так D6. Эти ящики можно разбить? Можно. Толк. Нет, слушайте, они слишком хорошо вооружены. Я думаю, команда против них самая она. Чё быстрее-то? Ой, у меня плохое предчувствие. И не зря. Откуда?
не вижу. У меня же эта дверь сейчас не откроется. Ё-моё. Стоит прямо внизу скотина какая. Надо как-то... Господи, ага, вот. А-а-а, меня сейчас убьют. Ладно. Не надо стоять наверху, надо бежать. Надо всегда бежать. И стрелять при этом. Так, D6, вон он. Здесь должен быть где-то. Недалеко. Так, почему здесь опять все закрыто? Или я просто не открыла после сохранения? Не помню. Нет. По-моему, я здесь вообще не была. Сейчас она откроет мне дверь. А я пока спрячусь тут. Все, что ли? Ага, все, помню. Так, подождите. Вам гранатку сюда надо кинуть. Нет, не обязательно было. Главное, интересно, от взрыва стенка не обвалилась, а вот... Ой. Я забыла про них. Египетская. Черт. А, ладно. Бежим вперед, потом будем разбираться со всем. Остальным, главное, не убиться вот с этого расстояния падая. Где ты? Ага. Все, умер. Отлично. Хорошо. Так, давай. Раз, два. Все-таки почему от гранаты ничего не случилось? Это странно немножко. Сейчас я все-таки еще раз попробую, потому что это не дело. Может, гранатометом туда шмальнуть? Ну-ка. Вот так вот. Вообще, да, с ума сойти, гранатометом туда кинула и хоть бы хны. А вот от пульки от какой-то. Где мой гранатомет? Ла-ла-ри-ра-ра-ру, лови. Нифига себе, блин. Это что такое вообще? Все, ладно, пускай будет так. Не, ну вы видели, а? Я умираю с... взрывной волны за километр. Мне так нравится, когда они кидают гранату, здесь остаются. Что-нибудь взять после них. Принято. Элементы управления уничтожены. Пульты управления мечами уничтожены. Препятствия установлены. Так. О, нет. А, ну, в общем, не важно. Ты умер там? Нет, ты не умер. Вот меня бы убило, а вот его как-то нет. Это нечестно. Так, хорошо. Так, вот этот ящик должен сломаться. Отлично. Так, хорошо. Сохранение и вперед. FPS, отлично, все. I believe I can fly. Зачем я это сделала? Так, мне надо было немножко по-другому все это делать. Ой. Ой-ой-ой-ой. Черт, я проглядела там эту линию. Так. Я помню, кстати, еще с конца оттуда попрут люди. Нельзя прыгать вот в эту тележку, потому что это опасно для здоровья. Ну да, нужно ее как-то, по-моему, было то ли толкнуть, то ли... А, нет, нет. Вот, раз. Так, вот, о, прям жарко, как в аду. Я не попаду туда. Так, ты закончилась? Все, быстрее, 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 Макс. Так, как бы так пробежать, чтобы не убиться. FPS что-то просила вдруг. Подозрительно. Какой-то дурак тут уже умер. Так, хорошо. О, это снайперка? А как ее взять? Я же сгорю. Давайте сохранимся. Я после просто хоббита сейчас, я немножко забываю то, что здесь... Да, то, что здесь можно... А здесь, по-моему, отключить это все дело можно будет. Поэтому как бы... Здравствуйте. Вы откуда здесь взялись? Я... Ладно, пускай меня убьют. Отлично, спасибо.
Мне просто что-то не понравился процесс. I believe I can float the boat, Марина, молодец. Зачем я прыгнула, не знаю. Молодец, красота, сохраняемся. Точнее, это сейчас лечимся, потом сохраняемся, потом будем их убивать. Так, да, ход закрылся, прелестно. Ой, ё-моё. Ах ты, скотина такая. Давай убей меня, молодец. Так, хорошо, пойдем другим путем. Я тоже так умею. Ну-ка, здесь откроется, кстати. Да, смотри. Ой, зачем? Надо аккуратнее в него стрелять. Около него бочка. Надо было в нее стрелять. Ну, ладно. Черт с ним. О, хорошо, хорошо, замечательно. Во! Отлично. Я же знаю, я же помню то, что здесь как-то можно перекрыть этот огонь. И, в общем-то, мы сейчас пойдем, получим свою снайперку. Ха-ха-ха-ха. Она нам еще пригодится. Когда-нибудь пригодится. Так, идем. Забираем. Точнее, она у нас есть, я так понимаю, да, уже? Зараза такая. Ну ладно, зато боезапас пополнили. Тоже хорошо. Так, ну что, братья, давайте сохранимся. Так, я помню, вот здесь вот он прям будет гад такой стоять. Ух ты ж, нифига как встретил. Так, ладно, давайте так попробуем. Неудачно получилось. Граната, граната пошла. Лови. Меня задело, что ли? Да ладно, меня задело? Смеется, что ли? Сейчас еще выпрыгнет отсюда, да? Или он умер? Вообще-то он должен был умереть. И, по-моему, да, по-моему, он умер. Так, лечимся, сохраняемся. Идем дальше. Нет, стоп, мы не идем дальше. Мы сперва вот это все сделаем. Ну-ка, ну давай. Все, точно все? Тут ничего? Все, отлично, идем дальше. Так. Тут никого. Это вот здесь вот один герой. И он там наверху еще один. Ах ты, ё-моё. Тра-да-да, тра-да-да. Ой, вовремя закончилось. Приятно. Надо было его снайперкой, конечно. Но здесь как-то неудобно, как я уже сказала. Здесь кнопка... Включение прицела отвечает за приближение, но при этом нужно нажать и не отпускать. Это не очень удобно. Насколько я знаю, вот по ним нужно как-то это перебраться. Возможно, я ошибаюсь. Я не помню, если честно. Ладно, попробуем. Попробуем по ним. Я вообще вот этого момента не помню. Ну и, в общем-то, да... В общем-то, логично, что ничего подобного мне не надо делать, потому что я здесь сгорю к чертовой матери. Нет, что-то я не то делаю. Что-то я делаю не то. Вон, раскаленный металл, господи, я на него прыгаю. Подождите, а куда мне тогда идти? А, вот сюда? Ну, здесь закрыто. Куда мне? Я не помню. Эти были там. А куда мне еще? Мне больше некуда идти. Только сюда. Металл-то раскаленный, как я на него прыгну. Ладно, подождите. А! Дебила кусок. Все же гораздо проще. Ладно, бывает. 5 часов утра мне можно. Ух ты, господи. Тра-та-та, тра-та-та. Он меня чуть не убил. Вот, в общем-то, и подъемник. В каком-то мы покоцанном состоянии сюда пришли, если честно. Погоня за нарушителем! Оу. Может, не надо? Ребята! Я не помню, что сейчас будет. По-моему, из лифта приедут. Ко мне. Да. Да, прекрасно. В общем-то, ладно. Тра-та-та, тра-та-та.
почему он сам от своей гранаты не умер? Вот если бы я и кинула на таком бы расстоянии, от меня бы уже ничего не осталось. А я знаю, я сейчас их гранатометом встречу, и все будет зашибись. Маневр блокирования! Давайте вот так. Наверное, нужно было отдельно сохраниться. Ну давай. Но... Вот так вот. Красота. Что это такое? Это чтобы... Да. Все отлично. Мы... Ответ отрицательный! Пол серии у нас на это ушло. И глава 3, объект D6. Прелестно. Эх. Я чувствовал себя крутым детективом из кино, Шерлоком Холмсом, идущим по следу Мориарти, стремящимся разрешить все загадки. Я шел от разгадки к разгадке, к концу, каким бы он ни был. Да. А я знаю, что это за место. Лаборатория. Не можете! Мои люди еще здесь! Ты не знаешь, почему эта операция называется «Слепой»? Такие рожи. Забавно выглядит. Вот этот второй похож на такого усатого мужика. Ладно, начали. Из этого. Господи, как он называется? Разрушители мифов. Только здесь он такой обстриженный, а там он волосатенький. Ой, дрит твоя. Так, надо бы сохраниться, что ли, да? Как? Лови. Ха-ха, смешно. Я так и знала, что что-нибудь такое будет, потому что Макс же не может выстрелить в гран... Нет, ладно, черт с вами, убейте. Убейте меня. А как? А, надо на эту дверь нажать, что ли? Не, по-моему, надо подождать. Или нет? Я не помню. Ладно, сейчас узнаем. Один готов, второй тоже. Хорошо, пойдет. Откройся дверь. Странно, как вот он же не знает кодового замка, как он открыл. Так, хорошо, тут у нас. Я уже видел этот логотип раньше. Да, я тоже видела. Но... Так, одна дверка открылась. Стоп, подожди. Что еще? А, вот этот логотип. Под сталеваркой находился старый военный бункер. На полу был изображен военный знак. Я тысячи раз видел этот знак, нарисованным на стенах. Только вместо меча там был шприц. Проект Вальгалла. В. Валькирин. В. Вальгалла. Неожиданно... Неожиданно чего? Неожиданно все это показалось мне каким-то безумным заговором. Николь Хорн вон вещает. Сволочь, змеюка подколодная, стольких людей загубила. Бу-га-га. Ушли? Молодцы. Так, это что такое синенькое? По-моему, не очень хорошо, да? О, сколько вот Кирина. Прям варево такое. Напоминает сразу лабораторию с Человека-паука. Там зеленый гоблин, тут газ, все дела. Ой, давайте сохранимся. Ой, надо сперва подлечимся, потом сохранимся. Так, вот сюда. Ой, господи, кто? Стоило на секунду отвлечься? А, вон они. Так, секундочку. Надо подумать, как... Почему там орут? Да не, быть не может. Так, вот. Ах ты, зараза. Офигеть, он даже не шелохнулся.
Это нечестно. Ах ты, сволочь. Не, ну я так не играю. Не, ну это нечестно, но вы видели это. Надо было сразу в эти штуки стрелять. Давай. Так, сейчас. Тра-та-та. Так, ты умрешь у меня сейчас, пожалуй. О, надо встать так, чтобы эти двери не закрывались. Ах, какая-то сада. Он умер, вот тот, который... Ладно, сейчас. Туда я хочу. О, прям поймал так. Хорошо. Ладно, убейте меня. Ну, убей меня. Так, давайте тогда, чтобы наверняка... Молодец. Так, ну этот-то все равно живой, вон он. Господи. Два человека, я не могу справиться с ним. Что со мной случилось? Хоббит. Меня добрит. Я теряю хватку. О, как его разворотило. Ладно, хорошо, более или менее пойдет. С горем пополам, но мы справились. Ой, не люблю это место. Так, аккуратненько. Ой, как громко сирена орёт. Так, что-то я начинаю вспоминать знакомое место. Я помню, здесь будет косяк с ученым. Если это... Да, помню, это здесь будет, то это очень неприятный момент. Как и все в этом деле, код замка был для меня загадкой. А код того самого первого замка загадкой для тебя не был почему-то, да? Куда я иду? По-моему, я сейчас иду правильно. Да, я сейчас иду правильно, поэтому пойдемте сперва туда. Ладно. Так, тут ничего точно? Не хочу ничего упустить. Так, тут все сломано. Что такое? Что? Где? Ну, нет, не подходит. Жаль. Ладно, все равно придется, по-моему, нам туда идти с вами. Так, где я? Ну, жми. Так, где я? Господи, я заблудил. Заблудилась. Где этот ход-то? Куда мне надо-то было? Вот он. Так, давайте вот так. Ой, 665. Подожди, а нажать надо? Установка была запущена, когда он умер. Жалкое существование этой лабораторной крысы завершилось. На экране мигал пароль 665. До числа зверя не хватало единицы. Так, идем обратно. Сюда, кажется, да? Угу. О, не нравится мне это место. Это плохо для меня закончится. По-моему, здесь сейчас вот эта штука взорвется по центру. Ну, по-моему, будет такой момент, по крайней мере, где-то. То ли в первой части, то ли во второй. Я уже не помню, если честно. И первая, и вторая часть, как я уже говорила, очень вместе перемешиваются сильно. Ой, я помню это место. Эй, выпусти меня отсюда! Я ни в чем не виноват! Они... Выпусти меня! Ну ладно, выпущу. Спасибо! Я уже думал, так и помру там! Ты мне нужен, чтобы пройти через дезинфекционный шлюз. Ты с ума сошел? Ни за что? Эта штука сейчас сломается. Внимание, всему персоналу, протезамали глядать. Есть такое. Так, пускай он там бежит пока. Мне надо вот эти штуки пооткрывать. Я хочу посмотреть, что тут. Ты с ума сошел? Шевелись, я не хочу здесь умирать. Да подожди ты. Что с тобой не случится? Мне нужна лечилка. Быстрее, бога ради, сейчас все рванет. Да давай, давай. Истеричка. Макса квадратная голова, я знаю. Ну. Ой, я помню, он нас, по-моему, подставит сейчас, гад. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Господи, я в кнопках аж запуталась от растерянности. Не помнила просто даже,
что такое здесь будет. Так, давайте здесь еще сохранимся. Так, кто? Откуда? Откуда они там побегают-то? Ага, вон вижу. Так, стоп. О, главное не видно, чтобы... Зараза. Так, где вы? Вот. Да, кто? Вот так вот. С горем пополам. Ой. Напряжение, страшная сила. Так, тут ничего. Заходи туда. Кто можешь идти? Свободен. Сейчас он меня подставит, я помню. Он убежал. Откройся, дверь. Вот, все, надо мотать отсюда как можно быстрее. Так, я еще что-то помню. Так, давайте сохранимся. Меня сейчас убьют таким темпом. Я так смело бегаю. Так, уходим нафиг. Вот, по-моему, сейчас взорвется вот эта штука. Не знаю, я вот помню, что было такое в какой-то из частей Макса Пейна. Я увяз в самом центре этой смертельной паутины. Так, в общем-то, взорвать нам сейчас это все дело не получится. Для тех, кто не знает, нам придется перебираться... Немножко по-другому. И это очень опасно. На экране одного из терминалов отображался логотип проекта. Жмем. Совершенно секретно. Проект Вальгалла. Армия США. Сеть Ингдрасиль. Ингдрасиль — это... Вальгалла. Ладно, потом. Место в скандинавской мифологии, куда после смерти попадают храбрейшие из воинов, и где они пируют и сражаются друг с другом. Да, они становятся инхериями. Валькирии, девы, избирающие самых достойных, и сопровождающий их в Вальгаллу. 1991 год. Цель исследования — создать препарат, повышающий выносливость и боевой дух пехоты. 1995 год. Результаты неудовлетворительные. Проект закрыт. Кто-то решил продолжать эксперименты нелегально. Проект под угрозой. Утечка данных. Устраните препятствия любыми средствами. Красный гриф секретности. Удвойте дозировку для оставшихся испытуемых. Проведите исследование их поведения в городских условиях. Точка их высадки оказалась рядом с моим домом в Нью-Джерси. Этому файлу было 3 года. Иногда кажется, что все самое ужасное ты уже пережил, что дальше некуда. И тут надвигается беда еще ужаснее. Как изгнать из головы этот тихий голосок, шепчущий, что тебе надо радоваться? Что теперь-то уж твоя месть вполне оправдана по любым моральным меркам. Этот тихий голосок, бесспорно доказывающий, что я проклят. Да. В общем, Игдрасиль — это ведьма древо жизни. Ведьма на шпильках появилась здесь и давно исчезла. Мне нечего было здесь делать. Название бункера звучало как мрачное пророчество. Древо жизни, опять же, в той же самой германо-скандинавской мифологии. По-моему, я правильно пошла. Хотя вообще туда можно было сбегать. Там, по-моему, тупик, и там вообще ничего интересного. Хотя, может быть, там лечилка была, не знаю. Неважно, в общем, мы двигаемся дальше. Мы пока еще живы, это хорошо. Но ненадолго, конечно, мы живы. Так вот, я хочу вот это все поломать. А, не ломается. Прекрасно. Тут что? Печаль. Быстрее дверь. Я не помню, что мне надо сделать. Да, по-моему, вот это мне нужно было сделать. Но как-то мне не очень удачно получилось это сделать. Да. Вот ту, по-моему. Или... Нет, стоп, вот эту. Во. Отлично, валим. Ой, господи. Иди ты нафиг, 24-23. Бежим отсюда быстрее. Быстрее, господи. Давайте сохранимся. Да я боюсь что-то. Как все-таки круто здесь все сделано. Вот если бы сделали ремейк. Вот, я же говорила, здесь что-то будет взорваться. Вот это вот я, в общем-то, и запомнила. Я
Я же говорила. Я помню еще что-то. Пафос. Как-то он прогулочный такой бег, знаете. Ты сыграешь мозаику, а уложив последний кусочек картона, узнаешь в картине себя, собирающего ту же мозаику. Городская легенда, ставшая реальностью. Подопытные кролики проекта «Вальгалла» были теми самыми наркоманами, которые убили моих близких. Все остальное было простой охотой за головами, которая привела меня к ней, к мисс Валькирии. Фабрика взорвалась и обрушилась огненным дождем за моей спиной. Все мои ориентиры были мертвы и превращены в дым и пепел. Я сбился с пути. Я не спал уже целую вечность. Тощ, как скелет. Все это время я жил на пончиках недельной давности. Самое подходящее топливо для костра в моей голове. Я не помню, когда последний раз видел солнце. Я постоянно переходил с кладбища на кладбище. В темноте Нью-Йорк изменялся до неузнаваемости, и песни Синатры начинают звучать фальшиво. И на улицах этого города, ночного Нью-Йорка, вершатся темные дела. Я сидел в круглосуточной забегаловке и пил кофе. Не помню, которая по счету чашка мерзкой маслянистой жидкости ожидала своего часа, когда со мной связался ПП. Что там стряслось на Роско-стрит? Макс, у меня тут проблема. Нам нужно встретиться и решить, что делать дальше. Жду в 2:30 в гараже Acquire Communications. Чем больше я думал об истории с убийством Алекса, тем больше убеждался, что это сделал кто-то из своих. Это можно было предвидеть. ПП продал меня мафии и теперь собирался завершить начатое. Гараж пустовал. ПП был в костюме от хорошего портного, при золотых часах и запонках в тон. Разумеется, все куплено на заплату полицейского. Макс! Обволакивающий вкрадчивый шарм. Плевать, он убил Алекса. Что означает ПП? Паршивый предатель? Прекрати. Вот, возьми лучше сигару. Не курю. Макс, ты даже не представляешь, от чего отказываешься. Это же... Отлично представляю. Ты продажный подонок, который предал своего партнера за 30 серебряников. Отряд бандитов в метро. Вернее, не бывает. С Алексом ты, небось, так же говорил. Доверительно, а? Эту игру ты не выиграешь, Макс. Нет, но я позабочусь, чтобы вы ее тоже не выиграли. ПП оказался очередным опереточным злодеем. Ну, в общем-то, нужно теперь его завалить будет. Точнее, не совсем его. Ушел. Ничего. Полицейский взяточник, трус, сбежавший с поединка, предоставив своим прихвостням довершить это грязное дело. В общем-то, ла-ра-ри-ра-ра-ру, а у меня есть штурмовая винтовка, вы мне не ровня. Он сам горел и меня поджег своим туловищем. Подонок. Так, хорошо. А давайте, кстати, серию-то на этом завершим, а то она уже длится как бы так нормально. В общем, если эта серия вам понравилась, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и зовите друзей. В следующей серии мы пойдем разбираться с ПП. Нас ждет, если я правильно помню, уровень на автостоянке. По-моему, я правильно помню. Это один из самых ужасных уровней в этой игре. В общем, что делать, вы знаете. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Всем удачи и пока-пока.